вашей жизни что происходит? Саша, мне нашли тут другой космос. Кирочка, родная мама, я с тобой. При любых обстоятельствах, слышишь меня? Спасибо. Пока светит, будет солнце. Пока горит хоть одна звезда. Пока мое сердце бьется, я никому ее не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет, но я никому ее не отдам. Ведь мы с тобой уже столько прошли, столько людей мы на пути своем повстречали. То мы в раю, то мы на мели, то мы смеялись до утра, то всю ночь кричали. Ты знаешь, каждый мой маленький псих и все причины, почему я могу быть расстроен. Знаешь, как меня можно перегрузить. Знаешь, как меня можно перенастроить. Ты героиня моих песен и всех моих снов. Мои радары знают все твои позывные. Мы понимаем друг друга без слов, и мы уже намного ближе, чем просто родные. Я океан, ты моя река, и такие же, как ты, я больше не знаю. Пока светит будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому тебя не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет, но я никому тебя не отдам. Саша, мне неловко. И на эти деньги можно квартиру на окраине купить. Можно. А еще можно здоровье будущей жизни. Если выбирать между первым и вторым, я выбираю второе. Ясно? Саша. Кир, еще раз повторяю. У тебя есть не только родители, но и я. Если я сказал, что ты будешь лечить, значит, ты будешь нужно лечить. Все будет хорошо.